изображена Варвара Морозова, дочь купца Алексея Хлудова, собирателя древнерусских рукописей, жена известного промышленника Абрама Морозова, мать видных коллекционеров новейшей русской и французской живописи Михаила и Ивана, а также Арсения, владельца особняка на Воздвиженке в мавританском стиле. Портрет написан спустя 2 года после смерти мужа Морозовой от тяжелой психической болезни. В это время она была главой правления товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий. Морозова активно занималась развитием мануфактуры, хлопчатобумажной ткани которой обрели широкую известность в России. В 1880-е годы, благодаря ее пожертвованиям, были открыты общедоступная библиотека имени Тургенева на Сретенском бульваре и психиатрическая клиника на Девичьем поле, названная именем ее мужа. По условиям завещания супруга Морозова не могла выходить замуж. Однако еще в год его смерти она вступила в гражданский брак с профессором Василием Соболевским, издателем газеты «Русские ведомости». Богатая меценатка Морозова заказала портрет самому высокооплачиваемому художнику 1880-х годов Константину Маковскому. В эти годы он, увлеченный образами красавиц-боярынь, привносил черты национального идеала и в изображения, создаваемые с натуры. Описание внешности Морозовой, сделанное ее невесткой Маргаритой, подтверждает близость облика модели излюбленному типажу Маковского. Она была еще молода и очень красива. У нее были замечательные глаза, очень большие, с красивыми, пушистыми, соболиными бровями. Выражение их было строгое, но иногда веселое, с оттенком грусти. Известно, что Варвара Морозова одевалась и держалась скромно. Однако Маковский, склонный в 1880-е годы к созданию парадных красочных женских портретов, в которых большую роль играли нарядные ткани пышных платьев, придал облику меценатки особую царственность и роскошь. Камертоном композиции стала блестящая голубая ткань платья, расшитого золотистыми кружевами. Размашистые сочные красочные мазки подчеркивают ритм его склада. Шлейф платья занимает почти весь первый план, оптически приближая модель к зрителю. Словно подсвеченная, ткань эффектно сочетается с темными тонами меха. После бракосочетания Михаила Морозова, сына портретируемой, с Маргаритой Морозовой, в 1890-е годы или позднее портрет находился в их доме на Смоленском бульваре. После революции он был передан в Государственный музейный фонд.